дорогие друзья, в одном из своих фильмов я вам рассказал, как можно выкрутиться из ситуации в походе, когда вы забыли соль, как можно ее добыть в природе. И вот в конце этого фильма я довольно опрометчиво намекнул о том, что в следующих там фильмах мы с вами рассмотрим, как можно, скажем, добыть еще и сахар. И тут же буквально комментарий одного моего хорошего товарища, хороший охотник Михаил, мой подписчик, написал: «Хочу сахар». Ну что делать? Придется нам с вами теперь добывать еще и сахар в лесу. Да, сразу хочу отметить, что на самом деле, вот сейчас лето, да, добыть сахар в том виде, в котором мы его с вами привыкли употреблять, то есть из сахарного тростника или из свеклы, у нас с вами, естественно, не получится. То есть это будет растительный сахар. Давайте сразу как бы поймем. Природный. Весной как бы нет проблем, да. Есть березовый сок, в нем, содержится какое-то количество сахара. Есть кленовый сок, что вообще из него можно выпарить кленовый сироп. Там содержание сахара вообще будь здоров. А что же делать вот сейчас летом, когда как бы соков таких нету? Ну что ж, я знаю как бы один такой способ, и я такое делал уже в походе один раз. Мы с вами будем готовить лесное варенье. Но здесь же, наверное, также многие зададутся вопросом, а как это мы с вами будем готовить варенье в лесу из ягод без сахара? Ведь сахар в варенье — это как бы основной компонент считается. На самом деле вообще использование сахара, оно появилось не так-то давно. И наши с вами предки прекрасно без него обходились и делали варенье в собственном соку, то есть ягоду в собственном соку. Да, я хочу как бы сразу такую маленькую ремарку. Мы с вами будем делать, не закатывать, естественно, банки на зиму, а приготовим варенье, которое можно будет использовать, кушать, либо там добавлять в чай или в кашу в качестве вот такого, как сказать, подсластителя. Прямо, как говорится, не отходя от кассы. Ну что ж, поехали. И вот что первое приходит на ум, да? В лесу какая ягода? То есть это подразумевается земляника, лесная земляника, черника, дикая малина. А на самом деле земляника, она распространена в средней полосе практически везде. Она наиболее доступна. Черника тоже есть, но она в основном все-таки севернее. Не везде она присутствует. Так же, кстати, как и дикая малина, ее тоже еще и найти надо. А вот земляника, она более доступна. Кстати, между прочим, из всех вот ягод, которые я перечислил, в землянике содержится, я насколько понял, наибольшее количество сахара, по-моему, 20-25% сахара. В малине тоже, но почему-то вот считается земляника лесная более сахарная. Мы с вами отправляемся на лесную поляночку собирать земляничку. Вот, друзья, нашел лесную полянку, и здесь вот прямо такая хорошая, красненькая, поспевшая. Да, хочу сказать, что... Сейчас, кстати, попробую. Прям сладенькая уже. Хочу сказать, что это лето вообще поразительное. Тогда как сейчас уже конец июля, скоро август, земляника стала поспевать, грибы пошли. В общем, земляники не хватало солнца, чтобы вот она налилась, стала такой красной. Вот я сейчас на лесной полянке, здесь прям ее много-много. Вот мы с вами ее наберем. Это одно удовольствие на самом деле, друзья, собирать земляничку. Вот здесь вот прямо-таки высыпало. А я был на этом месте как бы в начале. Вообще землянику можно собирать уже с начала июня. Я был в начале июня. Фикс 2. Никакой тут земляники и в помине не было. Ой, хорошую, большую я потерял. Вот она. Вот так потихонечку сейчас мы с вами и наберем. Ну
что ж, друзья, я набрал земляники. За полчаса я набрал там на дне котелка достаточно для того, чтобы сделать наше с вами варенье. Далее я закрыл котелок полиэтиленом и поставил прямо на открытое солнце. Где-то, ну, час она у меня, наверное, там простояла. Прям под лучами солнца. В итоге, вот, видно, да, даже на полиэтилене у нас образовалась, как бы она дала сок. Земляничка наша с вами дала сок. А, кстати, мыть ее, вот лесную землянику, чернику надо мыть, а, малину тоже. А вот лесную землянику мыть вообще абсолютно не обязательно, да и не нужно. Вот, как видно, у нас она дала такой, что называется, сок. То, что нам нужно для нашего варенья. Да, в принципе, уже вот ее, вот этот сок, как бы тут несколько она уже вот у нас, видите как, подразмякла на солнце. Это уже достаточно, и можно уже, в принципе, добавлять в чай. Но мы с вами сделаем прямо-таки все до конца, весь процесс. И сейчас я разведу костер и поставлю котелок на огонь. Костер у меня горит, нам много огня не нужно, доводить до кипения не требуется. Мы просто вот ставим котелок на огонь и, помешивая все это хозяйство, обязательно помешивая, варим наше варенье. Минут где-то 15-20, не больше, ну, в зависимости от огня. Я вот сейчас убавил, вот, чтобы у меня так прям не кипело оно. Где-то минут 15 достаточно. В итоге, в принципе, вот должно получиться вот такое вот хозяйство. Вот оно и есть, это варенье. Сейчас мы с вами его будем остужать и пробовать. Что ж, друзья, земляничное варенье наше с вами лесное уже остыло. Я, честно говоря, не удержался, уже попробовал его. Вот еще раз вам на зависть. Но это, слушайте, это просто нечто. Настроение поднимает эта штука сразу в 22%. Вкус, он сладковатый. Безусловно, там есть содержание вот этого сахара земляничного. Но из такой, как бы, знаете, кислинкой. А аромат это, ну, словами не передать. Вообще, в принципе, в землянике масса полезных свойств. Из ее листьев делают всякие отвары различные. Что важно, в ней еще содержится фолиевая кислота. Очень важна для детей, для маленьких деток. Кстати, да, мы же с вами говорим о таком сахаре в походе, да, в кавычках сахаре. Нам-то чего? В принципе, вообще можно обходиться без сахара. Это, в конце концов, не соль. Вот. Да, кстати, даже и полезнее без сахара. Но сладенько-то ведь любят и женщины, и дети. Если с вами в походе семья, там, жена, ребенок, то вот скрасить отсутствие сахара такой вещью, такой штукой, это просто нечто. Вот давайте я еще раз покажу вам, что у нас с вами получилось. Вот такая консистенция. А я сейчас еще пойду и в чай добавлю. Это ж просто вообще будет что-то с чем-то. Вот я тут уже себе налил чай из термоса. Сейчас мы сюда ее вот так вот прям побольше. Опа. Вот. Ваше здоровье, друзья. Вот чай, он сразу насыщается ароматом этим земляничным. В каше добавлять. Ну, детям вообще будет. Во. Да и вы, собственно, тоже. Для нас, мужиков, это тоже будет приятно. По сути, справится даже ребенок. Собрать землянику, подождать, погреть ее на открытом солнце, поставить на огонь, помешать 15 минут, и варенье готово. Дома, кстати, вы можете прокипятить банку и закатать его на зиму. Вот это самое что ни на есть натуральное варенье без содержания сахара в собственном соку. Наверное, я вот из таких способов. Есть еще корень лопуха, репейника, тоже говорят сладкий, я не пробовал, ну, надо будет как-нибудь попробовать. Летом я вот еще не знаю, из чего добывать в лесу сахар. Это вот ягоды. Земляника, черника и малина. В принципе, если вам известен какой-то еще способ, какие-то еще, может, лесные растения, потому что, ну,
Конечно, я понимаю, мед вы скажете, да? Ну вот не будем же мы с вами лазить куда-то, где там пчелы. Это их еще надо найти, диких пчел, не ос, а пчел. И еще как бы придется разорить их гнездо. Довольно-таки процесс такой, необычный и непростой. Не стоит увлекаться этим. Поэтому мед мы с вами как бы отсеиваем. Если есть у вас какие-то доступные, известные вам способы, буду только рад, если укажете в комментариях, расскажете об этом, самому интересно. Ну а сбором березового сока, кленового, да и липового, кстати, в липе наибольшее содержание сахара, мы займемся уже с вами весной. Желаю всем, друзья, большущей удачи, сладкой вам жизни, как говорится. Ну и до новых встреч. Пока.